Бизнес-инкубатор – это место, где мечты преобразуются в цели, и начинающие предприниматели открывают свое дело. Сегодня Тульский областной бизнес-инкубатор – это 3800 квадратных метров, 4 этажа. Это 40 кабинетов, предназначенных для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. На территории бизнес-инкубатора располагается огромный конференц-зал на 200 посадочных мест, 3 учебных класса, переговорные комнаты и даже буфет. Также на ежедневной основе в бизнес-инкубаторе в рамках образовательной программы «Мастерская бизнеса» проходят семинары, мастер-классы, тренинги, которые ведут знаменитые предприниматели города Тулы. Для того, чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора, нужно пройти обязательно конкурсный отбор, подготовить бизнес-план, подать заявку, а также соответствовать определенным критериям. То есть быть зарегистрированным на территории Тульской области. Срок регистрации не должен превышать 3 года с момента создания. А также написать бизнес-план, который должен соответствовать определенным критериям. Должна быть проработана маркетинговые, производственные условия, а также финансовый план с разработкой на 3 года. Срок размещения в бизнес-инкубаторе не превышает 3 года. Договоры заключаются также сроком на 3 года.